аспирантура. На встрече со СМИ говорили не только о назначении Жанны Ермаковой, исполняющей обязанности ректора ОГУ. Речь шла также об итогах совещания с руководителями высших учебных заведений под руководством министра образования и науки Российской Федерации Дмитрия Ливанова, в котором Жанна Анатольевна принимала участие уже в качестве нового руководителя крупнейшего вуза региона. Министерство фактически объявило о том, что оно приступило к формированию третьего уровня или третьей группы вузов – это опорные региональные университеты. До конца 2015 года предполагается выделение и определение ориентировочно от 15 до 20 вузов такого уровня и такого вида, с последующим выделением им общего совокупного дополнительного финансирования в размере почти 5 миллиардов рублей. Мы надеемся, что опорно-региональный университет в приграничном важном районе появится. Со своей стороны мы будем делать все, и встречи с руководством факультетов, в первую очередь деканами, с начальниками управлений, с проректорским корпусом, подтвердил, что желание нашего коллектива, оно в этом случае единодушно. Жанна Анатольевна ответила на все вопросы журналистов. Всех интересует судьба Ковалевского. Скажите, пожалуйста, он остается в вузе? Я думаю, что справедливо и правильно будет использовать громадный управленческий опыт, авторитет общественного деятеля на благо нашего вуза. Поэтому Владимир Петрович Ковалевский остается в составе нашего вуза, будет работать в настоящее время и в ближайшее время на должности советника, и я думаю, что будет расширять свою общественную деятельность и, возможно, преподавательскую и научную. Что, на ваш взгляд, нужно сделать в первую очередь? Для меня лично это в первую очередь разобраться с хозяйством, потому что, работая 18 лет в Оренбургском государственном университете, сначала в виде и в филиале, достаточно самом крупном Оренбургском гуманитарно-технологическом институте, и вот уже здесь почти 7 лет, я учебный процесс, научный процесс, воспитательный процесс, это все знакомо, известно, понятно, масштаб другой, понятно, кафедра, факультет или весь университет. А вот хозяйственная деятельность – это, конечно, очень важная составляющая именно руководителя.